Лариса, давай вспомни песенки твои, а я запишу, хорошо? Хорошо, хорошо. Давай. Я хочу спеть песню тогда на слова Игнатия Тихоновича Лапкина. Давай. Можно? Можно. Хорошо. Ну, слава тебе, Господи, помоги. Слава тебе, Господи. Аллилуйя, слава Богу за все, слава Богу за все. Аллилуйя, как грешной души не зависнуть над бездной, нести благовестие всем до краин, как многие в нежность уюта пролезли и до освящения не дохромали. Слава Богу за все, аллилуйя, слава Богу за все, аллилуйя. Впервые для каждого выбор назначен, дорога к Дамаску должна зариться, душа развернется на пажитях злачных, рожденные свыше накроются чистым. Слава Богу за все, аллилуйя, слава Богу за все, аллилуйя. Простившись землею, мы скроемся в землю. Не плачьте, а то я тоже заплачу. Слава Богу за все, слава Богу за все. Ну вот. Слава Христу. Еще, пожалуйста. Ну давай следующую. Так, а еще есть песня о Потеряевке. А, да ты что? Да, о вашей любимой. О вашей любимой Потеряевке. Игнатием сочиненная. Нет. Так. Мелодия, конечно, мелодия. Гляжу в озёра синее. Да. Ну и какая разница. Ну да, хорошо. Если память не подведет. Гляжу в озёра синее, в полях ромашки рву. Одна у нас в России ты, единственной зову. Родную Потеряевку я в сердце берегу. Поля ее просторные забыть я не могу. Гляжу в озера синие, на глади облака. Одна у нас в России ты, сторонушка моя. Крещение в водах ласковых твоих приняли мы. В родную Потеряевку слетелись, как птенцы. Алтайский край, степной ты мой, ковыли летний зной. Все дышит благодатью здесь, и колоколен звон плывет и будет душу нам, тревожит сердце в нас. Родная Потеряевка, не потеряй ты нас. Мы в храм идем с молитвой.
твою, прости, Господь, прости, колено преклоненную, от грешных нас прими. Ты сущий наш и Едова, Бог Саваоф и Сын, святая наша Троица, тебе поем мы гимн. Ты сущий наш и Едова, Бог Саваоф и Сын, узнали Слово Божье, идем по жизни с Ним. Аллилуйя. Ирочка пришла к нам. Сестра. Ира, а ты вот послушай, ну и еще-то какой-то еще. А, ну, достойно есть. Достойно. Пришла он там? Да, у себя. Нет, да. Достойно. Вот как мы. Ну, успевай. А то закроется. Да. Мы всем нужен. Он нет, она не Магаданская. 15 как пошел уже. Ну что, мама моя. Да. Но я не понесу ему. Ладно. Говорят, вот когда Христос ходил сестра по Лариса, по земле. Сестра, познакомься, Ирина Устинова. Мы к ней за молочкой как раз ходим. Благодарим вас. Очень вкусная у вас продукция. Слава. Еще придем. Вот. И очень я рада, что я приехала в этот благодатный край. Мой край, я отсюда рожденная. Баевский район, село Прослоуха. Да. И родители мои, мама, папа, все с Алтайского края. Вот Баевский район, село Прослоуха. Мама, село Березовка, деревня Березовка. Так что тогда, когда вот мы ехали на машине, да, и Игнатий Тихонович говорит: солончаки, а у меня слезы, родные мои солончаки, а он вот они даже хорошую землю превращают в ничто. А я думаю, я бы выскочила, солончаки бы эти поцеловала и еще бы наклонилась. Столько лет я не была. Вот, вот. Простите за многословие. Ладно, слава Богу за все. Аллилуйя. Слава Богу за все. Достойно есть македонский напев. Достойно есть Якова истину блажитя Богородицу. Нисно блаженную и прене. Святою порогом.
поклона Христу положи перед иконой святою порога. Ты три поклона Христу положи, тогда переменится твердая верю вся жизнь дальнейшая с Богом твоя. Войдет Дух Святой в твое сердце навечно, тебя поведет в неземные края. Войдет Дух Святой в твое сердце навечно, тебя поведет в неземные края и увлекая всех нас за собою с верой живою в Бога Отца. Путь в Царство Небесное людям откроешь, где все обретут Иисуса Христа. Путь в Царство Небесное людям откроешь, где все обретут Иисуса Христа. Слава тебе, Господи! Господи.